Доброе утро! Это программа «Формула еды». Новый год уже в пути, и мы в пути в поисках полезных продуктов питания. Посмотри, какая красота за окном. Да, и здесь так уютно. Да. Ты, кстати, перекусить не хочешь? Хочу. А бутерброды с икрой? Хочу. Смотри, что у меня есть. Ага. Хлебушек цельнозерновой. Отлично. Раз. Ага. И, а икру какую будешь? А. Смотри, есть баклажанная, есть кабачковая. Ага. Выбирай. Ага. А? А, тут, ну, неважно, разницы-то особой нету. Что значит разницы нет? Ну как? Ну, кабачковую икру из чего делают? С кабачков. Правильно, а баклажанную? С баклажанов. Ну, конечно, а баклажаны? Между прочим, многие диетологи называют баклажан суперфудом. Да, почему? Да, вот это мы с тобой выясним. Ага. И потом, какая извечная мечта людей перед Новым годом? Похудеть. А после Нового года? Похудеть. Вот. И вот тут вот как раз баклажанная икра очень и очень пригодится на новогоднем столе. То есть икра из баклажанов помогает нам худеть? Ты что, не помнишь? Мы с тобой в августе ездили в Астраханскую область смотреть, как делается баклажанная икра. Точно. Отличная поездка была, впечатлений у меня было много. А давай вспоминать. А давай. Слушай, а мы потом сразу поехали на производство в Астрахани? Да нет, ты же помнишь, ты перегрелась, все хотела в Волгу купаться. Точно, да-да-да. Слушай, а ты мои очки не видела? Вот мои очки. А, вот. Ну, помнишь, я тебе еще предложил вариант получше? Да-да-да, помню. Вариантов водных развлечений и прогулок летом в Астраханской области много. Тут можно устроить себе лодочный тур, дойти по воде до долины лотосов и попробовать себя в самых разных водных видах спорта. Приезжайте в Астраханскую область всей семьей. Здесь для каждого члена семьи найдется занятие по душе. Вот нам с Сережей зашло вот такой расслабленный сплав по реке Волге. Мне зашло еще больше, потому что мужчины гребут, а я наслаждаюсь красотой. А вы давно вот сплавляете людей? Сергей Стрикачев, директор туристической фирмы. Да нет, у нас пилотный проект. В этом году мы первый раз только запустили. Я в юности занимался спортом профессиональным. Греблей? Греблей на байдарках, да. И это как бы послужило, может быть, каким-то толчком к тому, чтобы открыть такой вид туризма, да. Расскажите немножко про Волгу. Вы, наверное, о ней знаете больше, чем я. Волга – одна из основных центральных рек России, является судоходной. Ну и плюс ко всему богатая рыба. Вы едите рыбу каждый день? Не каждый день, но часто. Люблю, да, часто. А икру? Чучья икра очень вкусная, да, особенно приготовлена, если правильно. А если я вам скажу баклажаны? У нас Астраханский край, помимо того, что он славится рыбой, он еще и славится бахчевыми культурами. Да, здесь они великолепные. Поэтому, да, мы как бы не испытываем здесь голода. Вот кому везет, так это вам. Эх, как же хочется вернуться в лето. Слушай, ну, добрые люди заботливо это лето запаковали в баночку с баклажанной икрой. Угу. Я съела столько баклажанной икры и все никак не могу вспомнить. Как же она все-таки помогает похудеть? Ну, мы же это узнали уже на производстве. Отличная получилась тогда поездка. И год был хороший. Вот только мне кажется, что я баклажанной икры съела больше, чем надо в день. Так, оп. Да. Все, с икрой заканчивай. Да, давай. Дальше будем пить чай. Да. Это была программа «Формула еды» на телеканале «Лео России». Нас ждут другие города и другие продукты. С наступающим Новым годом. Фэн-фэт. Я в YouTube.